Облили краской автомобиль. Жительница Копейска считает, что ей отомстили за активную гражданскую позицию. За мою активную позицию по этому поводу, за посты в соцсетях, за участие в митингах, за участие в одиночных пикетах, в массовых пикетах. Вот что стало с машиной автоледи. Ее облили желтой краской. Женщина предполагает, что это не что иное, как месть за ее активную позицию против строительства одного из заводов. Видимо, вот я уже их сильно раздражаю. На место происшествия прибыли следователи, составили протокол, осмотрели место происшествия. Ведется проверка.